Детям, сиротам нужно покушать, хорошо поспать, одеться, уютно жить. Но самое главное, что не хватает этим детям, это родители. Увидев, что есть и в вашей стране родители, которые готовы принять сирот в свою семью, взяли уже одного, двоих, троих, четверых, хотят взять больше, но им не дают по одной простой причине, потому что не хватает жилой площади. И вот здесь фонд видит свою миссию, задачу создать жилую площадь, чтобы у этих родителей появилась возможность взять до 12 детей в свою семью, чтобы воспитывать их. Это 18-й дом. В этом году, даст Бог, будут открыться еще 7, которые сейчас в стадии строительства. И сейчас мы практически ищем уже участки, родителей, церкви, которые имеют это видение, чтобы 8-10 домов на Украине и в следующем году еще построить.